Всем здорово, короче. Хочу рассказать, как я смазывал маятник и сломал зеркало. Вот, короче, он здесь находится. В общем, начал я откручивать с этой стороны. Точнее, с двух сторон. Вот с этой открутилось. И получается, когда я все открутил, вот эта вот часть, она просела вниз. В общем, болт когда вылез с отверстия. И было как-то совсем не весело. Я туда смазки, правда, добавил. Все хорошо. Но потом, когда я попытался это все обратно собрать, это было очень сложно. Я мучился, наверное, не знаю, час. И не собрал сначала, потому что я не мог попасть один. Потому что я один собирал, я не мог никак попасть этим вот болтом в дырку, чтобы сошелся вот этот вот маятник, наверное, называется. И чтобы с рамой можно было зажать. Вот. Потом он как-то чудом попал. Я его и мотоцикл и ложил. Вот. Но, к сожалению, покуда я его затаскивал в гараж в разборном состоянии, я сделал вот что. Вам может быть видно. Вот. Видите, как красиво еще зеркало. Я его склеил. Склеил на вот всякие эти непонятные скобы. Клеем. Медной проволокой. Вот. И сейчас оно в таком виде. Потому что я его затаскивал в гараж. И когда я его затаскивал, я его нечаянно уронил. Но ничего не сломалось. Ни вот это крепление, ничего. Только сам пластик. То не полностью. Видите, я его склеил. В принципе, оно довольно нормально держится. Вот. Но я посмотрел сейчас на вот эту рукоятку и немножко испугался, потому что если вот эта вот сломается штука, то как быть вот с этим вот контейнером для тормозной жидкости, который соединен с самой ручкой? Придется его либо как-то отпиливать здесь и переносить сюда, чтобы можно было новую ручку поставить. Вот, в X200 такого не было, было как-то там отдельно. А здесь все совмещено. Либо продаются ручки, которые будут вместе идти. Вот такой вот краткий обзор. Ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем. Все делаем для вас. Ничего на нем не зарабатываем, чисто на голом энтузиазме. Поэтому лайки будут только мне в плюс. Все, пока.